Что касается по поводу притеснения от православных наших московских церквей, недавно в Святогорске был обстрелян монастырь, там, где находятся люди, там есть погибшие. Это было все сделано специально, якобы это обстреляла российская армия. На самом-то деле это стреляет украинская армия для более разжигания конфликта против России. Есть там пострадавшие люди, был сильный обстрел градами вот этого монастыря. Насколько я знаю, там есть двое даже погибших людей.